Всем привет! Обзор сегодня про плазматрон. Для безопасной резки взял еще вот такие очки. Очень хорошее качество. Есть вентиляционное отверстие сверху и снизу. Это сделано для того, чтобы в условиях повышенной влажности и при перепадах температуры, чтобы не запотевали. Маска очень эластичная. Линза тут ударопрочная, крепкая. Не прогинается вообще, а вот сам каркас очень эластичный, будет очень хорошо прилегать. В комплекте поставки вместе с плазматроном продавец положил еще в подарок вот такие спилковые перчатки. Правда, для меня этот размер оказался маленьким. Сам плазматрон имеет вот такой размер, примерно 25 сантиметров. Если еще включить вот эту гофру, то уже где-то 31 сантиметров. Довольно крупный резак. Есть также ощутимый вес, так как это достаточно крупный размер. Есть защитный предохранитель от случайного нажатия. Кнопка нажимается без какого-либо усилия, все очень мягко. Если потребуется ремонт, то плазматрон можно разобрать. Для этого достаточно иметь крестовую отвертку. Вот такой интересный рукав. Сшито все очень аккуратно, никаких торчащих ниток. Варианты были на 3 метра, 5 метров и 10 метров. И еще, кажется, существует на 7 метров. Штуцер для подключения воздуха и вот такие провода без дополнительной какой-либо изоляции. Штекер наподобие GX16, здесь он выполнен из пластмассы. У кого-то они идут уже железные, в принципе разницы нету, так как основное крепление на аппарат идет рукав подачи воздуха, а за эти провода рукав никогда не будет тянуться. Снимаем защитный колпачок керамический. Внутри, соответственно, мелкая резьба. Размеры в длину примерно 22,5 мм. Также диаметры внутри. На краю можем видеть мелкие отверстия для подачи воздуха. Это, наверное, область, где сжатый воздух с электричеством трансформируется в плазму. И вот такой получается зазор между керамической насадкой и соплом. Длина здесь порядка 21 мм. Диаметр. Ну и отверстие примерно 1 мм, может быть 1,1 мм. Катод, или так называемый электрод, без проблем извлекается. Это все расходные материалы. Внутри можем видеть вставку, это, наверное, диффузор. Пока что не понял, как она извлекается, но чтобы не повредить, надо будет следить своевременно, менять расходники. Размер электрода в диаметре это 6,5 мм, длина порядка 28 мм. Разбирается, собирается все очень легко. Также легко одевается дистанционный ограничитель. В общем, все отлично. Теперь главная задача выбрать аппарат. Буду очень рад, у кого, если есть опыт, именно на что следует обратить внимание при выборе плазменного аппарата резки. Без хороших перчаток нельзя. Все-таки много раскаленного металла, особенно если резать толстые металлы. И плазма имеет предельно высокую температуру. Почти в 5 раз больше, чем газосварка. Спасибо за просмотр. Продолжение следует.